Так, доброе утро всем. У нас сегодня вот такой вот красавчик, представитель породы йоркширский терьер. Значит, если показать пальцем, то есть предположение, что есть перелом в локтевом суставе. Наша задача сделать сейчас рентгеновский снимок, подтвердить и дальше оказывать помощь. Продолжая нашу сегодняшнюю историю, покажу перелом. Перелом локтевой кости. Вот он виден. Поэтому наша задача зафиксировать и стабилизировать отломки. Продолжая нашу сегодняшнюю историю, нам пришлось сделать операцию. Положить специальный аппарат внешней фиксации. Здесь перпендикулярно засверлена одна, вторая, третья, четвертая спица. Спицы Киршнера, которые будут фиксировать отломки. И в дальнейшем все будет хорошо. Вот такая вот история сегодня о такой вот собачке. Наша собачка пришла в себя. Если посмотреть на ножки, есть специальная повязка. Повязка, которая смягчает удары об данный аппарат. Другой лапкой стоит катетер. Мы его сейчас снимем. Позвоним владельцам. И за ним сейчас приедут. На этом наша история заканчивается.